Не так много времени остается до периода сдачи государственных экзаменов. При успехе на экзаменах перед выпускниками школ открываются двери высших учебных заведений. Но хорошо сдать экзамены не так просто. Для того, чтобы узнать процедуру их сдачи, уже не первый год проводится всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ». Для этой акции был определен пункт проведения экзамена в 17-й школе. В роли участников ЕГЭ выступили родители выпускников, члены Совета молодых депутатов, специалисты управления образования. Все они пришли сюда для того, чтобы почувствовать атмосферу экзамена по русскому языку, увидеть, как он организуется и в каких условиях проводится. А они давно уже вышли из школьных стен, и тем необычнее для них снова на время вернуться в прошлое. Для них интересно лично ознакомиться со всеми правилами и процедурами. Я надеюсь, как бы первое пройти все, испытать, может узнаю что-то новое, чтобы настроить своего ребенка, чтобы он более спокойно подходил к экзамену, без переживаний, ну и чтобы был хороший результат. Родители попадают в такие же условия, что и выпускники. Особых секретов для успешной сдачи экзаменов нет. Главное – добросовестно подготовиться и не волноваться. Очень хотела попробовать, если честно, сдать ЕГЭ, но, честно, я не готовилась в этом году его сдавать. Вот так внезапно все получилось, но попробую. В школе, конечно, училась хорошо. Конечно, я дочери своей всегда говорю, что волнения никакого быть не должно. То есть нужно прийти, написать и все, и выложиться по полной программе. Главная цель мероприятия – снятие тревожности и напряженности в период подготовки к экзаменам у родителей и выпускников, чему помогает демонстрация всех этапов процедуры сдачи ЕГЭ. Это традиционная акция, которая много лет проводится не только в муниципалитете в Славянском районе, но и во всем Краснодарском крае. Пользуются популярностью, родители друг другу об этом рассказывают, и это актуально на самом деле, потому что тревожность, стрессы, которые сопровождают и детей, и родителей при подготовке к государственной итоговой аттестации, на самом деле есть. Сегодня, пройдя процедуру от начала до конца, родители прочувствуют, какая атмосфера присутствует на экзамене, посмотрят, насколько сложно. Очень важно, что процесс сдачи экзамена для родителей практически такой же, как и настоящий ЕГЭ. Это обеспечивает подлинность получаемой участниками акции информации. Все основные этапы проведения государственной итоговой аттестации, то есть конкретного экзамена, все соблюдены в полном объеме, в том числе и распечатка контрольно-измерительных материалов производится в аудитории. Также родители увидят, как материалы сканируются и напрямую отправляются в региональный центр обработки информации, что абсолютная объективность будет присутствовать. То есть никуда материалы больше ни в какие руки не попадут, а напрямую сразу к экспертам на проверку. Обстановка на пункте проведения экзамена спокойная и доброжелательная, все понятно и доступно объясняют. Родители, принявшие участие в акции, смогли своими глазами увидеть, как это сдавать ЕГЭ. Своей уверенностью они поделятся с родительской общественностью и со своими детьми, будущими выпускниками, чем очень помогут им. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».